3 марта на юридическом факультете КФУ состоялась публичная лекция проректора Московского государственного университета имени Ломоносова, доктора юридических наук Сергея Шахрая, на тему неизвестного об известном в Конституции Российской Федерации. Приглашенный лектор довольно известный в России юрист, который принимал большое участие в составлении проекта Конституции нашей страны. Прошедшая лекция Шахрая – это немалая часть его обширного историко-правового исследования, которому он посвятил много лет. Как известно, наша Конституция 12 декабря следующего года отметит четверть века, я надеюсь, успеет отметить, четверть века своей жизни и деятельности. Более того, она занимает второе место по продолжительности жизни среди всех российских конституций. Часть своего выступления Шахрай посвятил особенностям основного закона страны, остановился на положениях Конституции, касающихся разделения властей. По словам Сергея Шахрая, Конституция России, предотвратив раскол в обществе, смогла обеспечить его стабильность и эффективно ответить требованиям времени, и подчеркнул, что наша Конституция успешно изменила общественное мнение вокруг себя исключительно в лучшую сторону. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.